Они не носят галстуки в рабочие часы, в одеждах белых сложно им, не та у них работа, им жизнь наши на руки кладем, как на весы. Ведь помощь неотложная, они для самолета, их труд грошами ценится, им не звучат овации. Но все, что им и нужно, чтоб мы вернулись все, вот на таких и держится фанатах авиации российский флот воздушный в распроданной стране. Пустюардессам нравится все больше форма летная, а на комбе замасленный лишь глянут невзначай. Но самолет красавец и без масла, и без топлива не повезет в странстве, как ты не умоляй. От нашей летной братьи могу сказать я сразу, живем мы небом только, ведь небо все для нас. Но нашу всю романтику накроет медным тазом, пока на земник дока не устранит отказ. Спасибо тебе, парень, в техническом комбезе, за нашу безопасность, когда уходим ввысь. Ведь от того бывает, как рубишь ты в железе, за облаками часто зависит наша жизнь. В одной упряжке, как нигде, и ран мы пропахали, и трудностям, как ни было, ни разу не сдались. Нам техники без запчастей здесь лайнеры латали, стаханов бы с Кулибиным от зависти спились. На все есть воля случая, в нем место есть отказу, а небо вещь особая, стоянок в небе нет. И мы с надеждой в лучшее берем свой курс на базу, где ждет техпомощь скорая, надежды нашей свет. Страна Иран, конечно же, не Сочи и не Ницца, и выжимает за контракт любого, как лимон. Но только здесь смогли мы все, как братья, породниться, а вместе мы запросто так и дымовен свернем. Так наша честь нам близкая, честь русской авиации, не посрамить ее наш курс, с него мы не свернем. И если не сибирская линейная техстанция, компания Иран Иртурс уже пошла бы в лом. Спасибо тебе, парень, в техническом комбезе, за нашу безопасность, когда уходим ввысь. Ведь от того бывает, как рубишь ты в железе, за облаками часто зависит наша жизнь.